Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала. С вами Титан Отец. И Хаммер Сын. Мы продолжаем играть в замечательную игру Rocket League. И уже забили Хаммера. Ну как так-то? Как так? Это просто все промазали. Ладно. Хорошо. Я пытался. Начинаем наш репортаж со стадиона. Как они хоть называются, стадионы? Узнать бы. Че, вам опять что забивает? Да что такое-то сегодня, а? Я еще не успел даже поздороваться с ребятами, а уже забили два гола вам. Ну-ка, давайте, собрались, что это такое-то вообще? Мы поздоровались. Я говорю, только поздоровались, а уже забили два гола. Это что-то как-то... Чего, ты не проснулся, что ли? В смысле, я не спал. Да вот, это из-за того, что, кстати, ты не спал. В смысле, я же спал ночью. А, ночью спал. Ладно. А это соло, да, не команда? Соло. Подозрительно. Ладно. Ну что ж, счет 2-0 не в пользу нашей команды. И будем надеяться, что ребятам удастся... вот еще они каждый бы себе не мешались, бы союзникам бы не мешали, и было бы тогда замечательно. Тогда в пати надо играть. Нет, пати, мы знаем, что такое пати, это нет. Либо в пати играть. Вот, наконец-то Хаммер попадает по мячику и... В смысле, я попадал еще до этого? Да нет, вот в данный момент. Я не говорю, что ты не попадал. Время-то еще есть время. И кто-нибудь, ну, вот. 1-2. Смотри, как они друг другу опоздали. Красиво получилось, но еще бы два гола бы так. Да забьем. Итак, Хаммер откатывается назад с бубликом, смотрит, мяч на него неожиданно поехал, я аж испугался. Мяча испугался и бублика. Так, они отбивают, да, мяч летит примерно на Хаммер. Хаммер подлетает, промахивается. Наш попал, потому что... Наш попал, Хаммер промахивается. Где мяч? Я не вижу мяч. Я вижу его даже так. Мяч летит. Подлетает, будет подлетать и ударяться. Мяч делает обычные движения, которые он делает. Так, какая-то потасовка. Промахивается наш. Соперник ударяет, естественно. Хаммер попадает. Мяч, наверное, огибает мяч. Тут, в принципе, или Хаммер бы, или наш... Я бы забил. Да, он бы тоже забил, но лучше подстраховаться, так скажем, чем не достраховаться. Видишь, уже 2-2. Вот, 2-2 уже, да, правильно сказал Хаммер, что... Но все еще не все ясно, тут могут с центра поля забить и все, так он будет, бьет, Опасно, и куда-то... наш полетел, думал, кто это он полетел. Так, мячик идет к центру. Нет, отбивает, видимо... Я попал, кто-то... Отбивает, да. Видимо, соперник мяч. Так, наш, так, огибает. Наш, давай. Вот, соперник промахивается. И мяч опять идет к воротам. Хаммер летит, попадает, но... И наш попадает, и мячик... Где там мячик? Не вижу. Мяч отталкивает. Хаммер немножко притормаживает мяч. Я не притормаживаю. Я говорю, притормаживаешь мяч. Что он не улетел? Зачем к воротам-то его? К воротам-то зачем? Это не я. Своим. Да что ж вы сталкиваетесь-то вместе-то? Они как будто не сталкиваются. Не надо сталкиваться. Не нужно перенимать плохое у соперника. Ты наш же. Ты наблюдаешь издалека. Так, стой. Хаммер попадает и... Нет, там было легко отбить, конечно, легко было отбить. Наш, куда ты поехал? Видишь, за твой мячик. О, молодец. И на Хаммера мячик, и на нашего. И боком. Есть, 3-2. 3-2, минут 36 секунд до конца. Знаешь, как хорошо играет.
Хорошо, знаешь, хорошо играет. Есть небольшие шансы, а может быть уже больше, что команда синих победит. Он 3 гола забил. Да. А он 3 гола забил? Но... Так. Отлетает мячик, будет выпинываться. Естественно, мячик был выпнут. Выбит. Эх. Не совсем как-то. Получилось у Хамера, мячик опасно. Наш выбивает, молодец. Ну, наш, давай. Обманка. Видимо, что-то там не срослось. Они будут пинать, и он летит к воротам. И... Получается, ты сам забил, да? Ну, не. Он бы так, наверное, закатился. Ну, я на кадре не задел. Ладно. 3-3. Это плохо. Ну, нужно выбить хотя бы один гол еще. Еще один гол хотя бы. Чтобы не было дополнительного времени, в котором, может быть, может все решиться. Но! Как-то опасно, там мячик летел. А, подлетай, попадай, молодец. Ах. Наш, вот. И, ну, сложно было там отбить. Ну, давай, подлетай, Хамик. Нитра нету. Ай, наш, а нет, но подлетайте. Дай нитро, у меня нет нитро. Как я мог подлетать? Да я остальным говорил. Ты так и говоришь, что остальным. Я говорю, подлетайте. Ну, послушай, подлетай, говоришь. Да. 4-3, да. Наша команда прыгает 23 секунды. Вот очень сложно. Не то, что победу, хотя бы сравнять счет. И наш летит. Ну. Есть, хотя бы сравняли счет. 4-4. А ты как наш забил? Это просто было. Это просто не то, что воздушный, какой-то космический просто гол. Ну и наш тут... Ну и пас был, да, космический, ну, гол был. Ну слушай, 15 секунд. Главное, что сейчас не пропусти. Не пропусти сейчас. Да не перебивай. Да не пропусти, я тебе говорю. 15 секунд, обидно будет. Ты мне сказать дай. Ты сейчас пропустишь и все, капец. Я не пропущу. Давай ты потом говори, когда вот опасный момент пройдет. Он овертайм. Специально взял. Овертайм 4-4. А, куда ты сколько раз будешь говорить? Сколько нужно, столько буду говорить. И... Отбивает кто-то, есть? Есть! Выше ворот. А, я даже не знаю, что говорить. Остановился, да, мячик. А, ну... А, пролетает Хамер, пролетает. Это может стоить... А куда ты к своим воротам-то? Блин. Я думал, он выше ворот ударится. Я не буду это комментировать. Я выше ворот хотел. Так, можно один на один сыграть. О, 39-й ранг. Да. Чё? Ничего. Я же выше хотел. Ну что ж, смотрим следующий матч. 1-1, дуэль. Да, Хамер еще болеет, поэтому... Поэтому он будет немножко кашлять. Так. Эх, как подлетает. Давай вниз быстрее. Да. Бьет соперника. Опасно. Так, хорошо, мячик полетел. Ну там соперник его видит. Да. А вот здесь... А, и здесь он его видит. А, летит. Ну, не в ворота, но... Близко. А, нет, опять он будет подлетать. Ну, опять почти как себе забил, а? Это, о, а он еще ударил.
Ну, левее пошло. Вот, опять штанга. А, нет, нет. Как опасно. Какая опасная сегодня дуэль. Обманное движение. Скакивает пониже, ниже. Да, да, нет. Да, назад. Ну, как-нибудь мячик. Как-нибудь мячик назад можно? Нет, нельзя мячик назад. А. Сложно, сложно было его отбить. Так, противник думает, пинать или не пинать. Он думает пинать. Так. Успеет, скорее всего, противник. До ворот. Конечно, вот он уже здесь. Вот он уже там. Мячик летит к воротам. Все еще в опасности зоне мячик находится. Да что же ты будешь делать-то, а? Да, сегодня какой-то, я бы сказал, невезучий день. Потому что как-то все мячи почти залетают в ворота. А из-за не чего? Сложно сказать из-за чего, но не день невезучий. Я знаю из-за чего. Невезучий день. Ну что ж, бывает и такое. Бывает, звезды не так как-то расположились там. Еще какие что-то. Звезды? На небе. Причем тут небо? А, ладно. Ну что ж, будем смотреть, тем не менее. Рокет Лига, звезды. Возможно, Хамик победит. Это же его конек. Воу. Это же его конек, дуэль. Да, сегодня конек подводит. Что за конек? Ну, значит, то, что ты умеешь лучше остальных. Или а ты просто лучше. Не то, что умеешь лучше остальных, ну просто умеешь как-то хорошо что-то. Соперник пытается обмануть Хаммера и ему. Он не обманывает меня. Хорошо. Я не попал. Хорошо, не попал. Смотри, видно. Да, я понял. Я вперед ударил. Да, совершенно сегодня я день. Я вперед ударил. Совершенно сегодня день не играбельный какой-то совсем, абсолютно, я бы сказал. Вообще. Бывает такое. Как говорится, на старуху бывает проруха. Да. Не везет сегодня никак, нигде, ни в чем, ни за что. Бывает. Не всегда же выигрывать. Что же делать-то? А ты еще заметил, что я вышел? Ну и что? Не, ничего. Да. Не везет сегодня. Не везет. Плюс Хаммер еще болеет. Может быть, тоже это сказывается. Потому что человек, когда болеет, у него не та реакция, не те движения. В общем. А что ты там ищешь? В смысле, я имею в виду, какой матч-то ищется? А 3 на 3. Обычный? Нет. Необычный. Какой необычный? Увидишь сейчас. Ой, опять с этими круглыми этими. А, шайба. Да. Хоть как-то предупредил, говорил. Ну что ж, под конец этой серии посмотрим, как говорится, для разнообразия. Посмотрим снежный режим с шайбой. Кто-то уже забил кому-то. Вот. Напоминает это уже не футбол, а хоккей. Хоккей с шайбой. А хоккей всегда шайбой. Хоккей бывает еще с мячиком на траве. Это гольф. Нет, хоккей на траве так и называется вид спорта. Впервые слышу. Ну вот, там такие клюшечки небольшие. Клюшки это гольф.
клюшечки такие, как в хоккее, только они такие немножко загнутые. Вот. И мячик маленький-маленький. Гольф это один, когда человек бьет? Не один. Ну их четверо, но они каждый за себя. А хоккей на траве это команда. Как обычный хоккей. Ну как обычный хоккей. Только на траве. Так. Да, тут мы видим, тут, естественно, измененная физика. Ну, и как Бэтмен. Измененная физика. И Бэтмен в хоккее. Бэтмен в хоккее. Бэтмен в хоккее. Вот он катается. Да, шайба. Тут, кстати, вот здесь вот, если мячик, огибая ворота, вряд ли как-то сам попадет в ворота, ну, вы поняли, вот так вот, то шайба чаще всего попадет, потому что она когда падает, ну, вы поняли, да? Вот так и вот так. На середину она вваливается в ворота, а мячик, он отскакивает, поэтому, ну, логично, да? Мячик, он просто пролетает. Поэтому тут шайбу, как говорится, пускать к воротам, ну, по там, где она может их как-то обогнуть, что ли, и ее даже добивать не приходится. Вот так вот, видите, раз я, на, видите, вот Хамик забил. Использовал, как-то, особенности шайбы. Вот мячик, он просто прокатится? Он бы, да, прокатился. А шайба, она ложится и туда заталкивается как-то. Но если там не удалось победить, может быть, удастся в, ну, назовем это как-то, ой, хоккее. Хамик как-то завис. Эх. И шайбу сложнее, естественно, отбить куда-то далеко, потому что она с такой силой катится, шайбу и она тяжелая. Шайбу надо не кувыркаться, а просто вот так пинать. Ну, ну да. В некоторых случаях просто катать ее. Не-не-не-не-не-не! Ну! Наш сам себе забил. Что ж такое? Только я сказал, что может быть тут получится выиграть, и как-то все опять пошло не так. Тут скользение меньше. Если бы было скользение, как скользение в мячике... Погоди. Если тут бы было обычно, как у мячика, то бы он шайба вообще улетала непонятно куда. Скользение и везение. А если создавать, например, с мутаторами... О-о-о! Просто, то там скольжение обычное, и шайба движется очень быстро. Ты понял? Да. Шайба летит. Ворота! Хорошо, отбилась. Что ты понял? Что? Я тебе говорил. Ну что, шайба там по-другому летает. Если... Ну! Эх. Если в мутаторах ее сделать. 3-2, минута до конца, и шайба прям на камеру ударилась. На камеру или на хаммеру? На камеру ударилась в оператора. А, опасно, шайба, пролетай. Пролетела. Ну хотя бы один матч выиграть, хотя бы зимний, хотя бы с шайбой. Уже, как говорится, не до хорошего. Хоть что-то сегодня должны выиграть, шайба, лети и в ворота, давай. А, нет. Не забивается. Но сейчас время играет, как скажем, за синих, команду синих. Поэтому, как это назвать? Тянуть время выгодно нам. И, ну, давай, шайба. Ну, я забил. Хамик забил. 4-2, 23 а минуты. Как я забил? До секунды, то есть до конца. Ну, ты вот бам. И все. И больше ее не задевал из наших никто. Видишь, из наших никто не забил. Наш подтолкнул врага, враг забил. Да. Ну, неужели получится хотя бы что-то кажется, один мы не играем матч. Не 20 минут, а больше 20. Нет, 20 минут. И еще бы. Блин, почему нитро там не взял? Запихивай. Ну, еще прикинь, сейчас забьют. Ну. Фуф. 2 секунды. 1. Да. Команда синих. Шайба упала наконец-то. Хотя бы выиграли в зимней карте. У наших пинг 3-270. В зимней карте с шайбой, не с мячом. Но, видите, сегодня день не мяча, а шайбы, наверное. День шайбы.
Хорошо. Хоккей. Всем спасибо. День хоккея. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.